Мы делаем с вами, встали и ич, освободились рука. Видите освобождение? Вот это правильная позиция. Дальше, вас схватили за руку, да? У нас два варианта. Или вы уходите назад и руки ставите, цуки-цуки, макота, вот движение. Или встали, если сильно схватили, сильно, да, то поворот идет под 90 градусов всегда. Ногу поставили и поворачиваетесь, и видите, руки выходят из захвата, макота. Во. Другой вариант. Ира, иди сюда. Ира меня бьет в лицо, да, и Толик меня бьет в лицо. Я стою, ичи. Сразу ичи, макота, видите движение, я защитился от двух ударов, макота, то есть это учука, это йодануха, макота. Вот сейчас мы с вами, давайте сделаем вот это, за руку схватили, уход назад, освободились, макота, за руки или руки схватились, поворачиваются, или назад, руки не вынимаются, или поворот в сторону, макота, и цуки, юнцу. Если в стороны, видите, встали, поворот в стороны, ичи, да, вот здесь можно быстро встали, защитить то бог, юнцуки, бог, макота, попробуем сделать, смотри как,